Неважно, какая погода на улице, в этом учреждении здравоохранения всегда светит солнышко, сияет радуга, царит атмосфера добра и тепла. Мы стараемся всем детским коллективам, чтобы нашим детишкам, нашего совхоза было здесь уютно, весело. Стараемся, чтобы им здесь было интересно. Все в этом детском отделении сельской амбулатории сделано с заботой о юных пациентах. Яркие стены с веселыми картинками, удобные банкетки, столик для игр и рисования. Для удобства мам малышей до года в кабинетах появились новые столы для осмотра и пеленания. Здоровье подрастающего поколения – главная цель сотрудников детского отделения сельской амбулатории поселка совхоз имени Ленина. Это наш первый визит в поликлинику. Обстановка здесь очень доброжелательная, это атмосфера. Нам вроде бы очень понравилось, как видите. Стремление сотрудников было оценено и поддержано областным правительством. Учреждение стало победителем одной из номинаций регионального конкурса «Лучшая детская поликлиника Московской области 2014 года». Это работа всего коллектива в целом. Это работа команды, которой я как бы горжусь и гордится этим коллектив. Для нас это очень значимо, скажем так. Вместе с дипломом медучреждению причитается и денежный сертификат на внушительную сумму – 3 миллиона рублей. Коллектив, мы приняли решение, что мы на эти деньги смогли бы купить еще один ультразвуковой аппарат для проведения ультразвуковых исследований ребятишкам нашим. Не менее важную роль в работе сельского учреждения здравоохранения играет градообразующее предприятие ЗАО «Совхоз имени Ленина», директор которого взял на себя ремонт здания, где сейчас расположена амбулатория, и оснащение ее современным оборудованием. Наше участие градообразующего предприятия состоит в том, чтобы создать хорошую материальную базу. Это в основном градообразующее предприятие. Заинтересованность в кадрах, потому что без этого невозможно. Оба педиатра, которые работают у нас, получили квартиру по программе «Устойчивое развитие села», которым занимается наша администрация конкретно. Кроме того, мы стараемся поддерживать всех медицинских работников и материальную помощь. Все это помогает достичь главной цели – создания территории социального оптимизма, к чему не один год успешно идет администрация поселения. Татьяна Снежко, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».